всем троим огромное. Дальше в проекте остается Галина. Когда выходили на сцену, у нас у всех дрожали ноги. Вот. Вот мы когда пели, и я задумался о своей семье, о моих друзьях, которые со мной радовались, которые у меня есть во дворе. Вот. Они мне помогли в душе и в моих мыслях. И волнение как-то справился с волнением, подавил его. Я думала, что уже не так будет страшно дальше выступать. Решение от Пелагеи было неожидаемым, потому что на репетициях я, в общем, бывало пел фальшиво, я расстраивался, но и в тот же момент радовался за моих друзей, с которыми мы были на сцене. Вот. И, честно, я не ожидала от Пелагеи. Я думала, что выберут Рому. Ну, потому что у него мощный голос, у него он звучит. У него на опоре поет всегда прекрасно. И Родион, он пишет музыку. Да, он в Омске, его приглашают там в театр играть, везде петь. Я за него тоже очень рад. Ну, я, конечно, желала своему сыну победы. Я хотела, чтобы он, как сказать, стремился к большему, и что выбрали его, я, конечно, очень рада, но я не думала, что, конечно, выберут его тоже, но мы, как сказать, столько впечатлений теперь, я рада за сына, папа перед самым его выступлением, папа позвонил, пожелал ему удачи, и родственники прислали, бабушки прислали смс-очки, чтобы они за него там благословляет его на это выступление. Мне хочется и победить, и в то же время дойти до финала. Там уже будет выбирать народ. Я не буду ничего говорить против этого. Я понимаю, что если народ выбирает, то он выбирает честно и никогда не обманет.